Здравствуйте. Здравствуйте, вам батальон ГАИ капитан Сатарин. Документы, будьте добры, ваши. А можно в электронном виде? В электронном виде тоже можно, но документы на транспортное средство передавайте здесь на месте. Открываем приложение, показываем QR-код госавтоинспектору. Его считывают специальным планшетом и получают информацию об автомобиле. Да, данное транспортное средство зарегистрировано, здесь регистрация имеется. В Ставрополе, как и по всей стране, в тестовом режиме запустили приложение госуслуги авто. Сотрудники госавтоинспекции краевого центра будут проверять электронные документы с помощью мобильных устройств с установленным на них сертифицированным программным обеспечением. В таком формате пока можно предъявить только копию свидетельства о регистрации транспортного средства. Новое приложение госуслуги авто уже доступно всем. Его можно скачать на ваш смартфон. Учетная запись такая же, как и на госуслугах. Это может быть номер СНИЛС или вашего мобильного телефона. Пароль остается тем же. Светлана за рулем автомобиля 10 лет. Останавливают ее нечасто. Но электронные документы, считает автолюбитель, помогут сэкономить время. Я думаю, что да. Почему? Ну, не лазить там, не у всех под рукой сразу находится документ. Поэтому они проверили и спокойно поехал. О приложении госуслуги авто Светлана только узнала и сразу же загрузила его на свой мобильный. Такой формат документов оценили и другие ставропольцы. Не придется возить с собой документ. Хотя бы сократит время. Много времени занимает поиск документов? Ну, иногда очень долго, да, когда их много. Однако есть и те, кто пока не готов переходить на электронный формат. Одних смущают недоработки приложения, другие же привыкли к бумажным документам. Не нужно оно цифровое, не такой важности документ, ради которого тратить ресурсы перевода в цифру. Никаких проблем в пользовании старым нет. Пока это только эксперименты, он не отменяет бумажные документы. Хотелось бы отметить, что использование мобильного приложения в ходе эксперимента не отменяет обязанности для водителей иметь при себе регистрационные документы на автомобиль в оригинальном виде. Эта обязанность закреплена в пункте 2.1.1 правил дорожного движения Российской Федерации, где определен перечень документов, которые водитель транспортного средства обязан иметь при себе и по требованию сотрудников полиции предъявлять для проверки. А именно водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства и страховой полис. Скорее всего, уже в ближайшем будущем такую папку с документами сможет заменить всего одно мобильное приложение. Пока же эксперимент продолжается. Анастасия Зубрицкая, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение.